завершился очередной матч. Матч получился крайне зрелищным, с большим обилием голевых моментов, с большим количеством забитых голов. Ребята порадовали болельщиков, всех наших гостей. Ну, как говорится, у нас футбол красивый, у нас футбол не грубый, не жесткий. Мы прежде всего за красоту футбольного мероприятия. Я напоминаю, что наши игры проходят с 15.00 до 16.30. Далее регистрация приостановлена, и также выступления наших гостей на этом поле будут приостановлены. Однако в 19:30, друзья, внимание, в 19:30 откроется очередная регистрация на большом футбольном поле, где абсолютно каждый гость может принять участие, записаться и поучаствовать в футбольном событии. И, разумеется, вам должно быть 12 лет. Ну, а если вам еще нету 12 лет, и вы младше этого возраста, то ничего страшного, у нас есть мини-поле специально для тех, кому меньше 12 лет, и там работают профессиональные тренеры, профессиональные детские тренеры, которые обучат вашего ребенка всем азам футбола и многому-многому другому, друзья. Добро пожаловать в футбольный парк на Красной площади. Ворота! Ворота! Папа, дайте ты пить!